Роковой поворот, который изменил жизнь водителя авто. Апрель этого года. На пересечении Ленина и Аносова столкнулись автомобиль и трамвай. За рулем машины был барнаулец Николай Андриянов. Удар произошел в тот момент, когда мужчина хотел повернуть на перекрестке. Мне прислали фотографию с места ДТП, то есть уже взятую из новостей. Сразу увидела, что это машина мужа. Увидела на фотографии, что стоит скорая помощь, он лежит на носилках. Мужчина чудом остался жив. Барнаульца подключали к аппарату ИВЛ, провели несколько операций, впереди еще одна. В крайне тяжелом состоянии он находился 2 недели. Сейчас сложно сказать, что Николай идет на поправку, но, по крайней мере, его перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. О том, кто же виноват в аварии, водитель трамвая или автомобиля, пока сказать сложно. На данный момент проводится проверка по факту ДТП. В настоящее время для установления нарушенных пунктов правил движения Российской Федерации водителем автомобиля и водителем трамвая назначено производство судебной автотехнической экспертизы. По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение. А мы напомним, что семья Андрияновых сейчас ищет свидетелей аварии, чтобы разобраться в том, что же произошло. Телефон супруги Николая вы сейчас видите на своих экранах. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.